непонятно, что это интернет-магазин одежды для собак. Сань, выручай, подъезжай к ресторану «Белый Аист». Ирина забронировала для нас столик. Сидит, ждет, а муж ее выследил. Я вам не помешаю? Придется нам во всем сознаться. Я сегодня разговаривал с Зурабом Константиновичем. Он не видит никаких препятствий для организации твоей выставки. Ты сам не видишь, что смотрится как махровое полотенце? Ты голову хоть включай иногда. Ты кто? Это мой дизайнер. Че, ты думаешь, ты себе телочку подцепил? Ты себе проблему подцепил? Она особенная. Я хочу ей сделать предложение. Тоже особенное. Главное, неожиданное. Неожиданно. Слушай, вот это все, что я написал за последний месяц. Зачем она тебе нужна, а? У нее ж башки-то, шмотки одни, ремонт. Ты вообще ее не знаешь. Да, ты знаешь, да? Да, я знаю. Ну и ночуй тогда, где хочешь. Иди сюда! Ты крутой перец, да? Да я тебе сейчас урою, понял? Ты что? Крутой перец? Да я сейчас отъеду, ну! Ты меня можешь услышать? Я уже забыл, как картины пишутся, а сейчас ты хочешь, чтобы я все бросил, побежал с твоей бабой кофе, да? А помнишь, как мы пришли с армии, как кричали, что будем жить, как хотим, и что? Я больше не хочу жить в Москве. Мешок антистресс 100 рублей. Женщина, мы не испытываем стресса. Сейчас все испытывают.